Машиностроение – одна из самых развитых отраслей в нашем регионе еще с советских времен. Сейчас тенденция не изменилась. Лишним подтверждением стала выставка, которая проходила на площадке у Тверского вагонзавода. Успехи работников отметил губернатор Андрей Шевелев. Ваша отрасль на протяжении десятилетий формирует промышленный имидж нашего Верхневолжья, выпускает продукцию, известную во всей России и за рубежом. Выставка, которую мне удалось сегодня посетить, красноречиво подтверждает мои слова. Тверской вагоностроительный завод – флагман машиностроительной отрасли Верхневолжья. Здесь трудится больше 8 тысяч человек, и каждый является незаменимым сотрудником. Галина Ягунова пришла на предприятие в 17 лет. Уже 34 года она работает машинистом кранно-хладопрессового цеха. Свою работу очень любит и ни разу не пожалела о выборе профессии. Здесь коллектив хороший. Работаем все, уже сдружились, как бы все давно работают, и женщины давно работают. Дружные все. Среди награжденных и начальник электросилового цеха Сергей Цыганов. В его ведении находится один из самых ответственных участков производства. В благополучном будущем предприятия он уверен на все 100%. Вагоностроительный завод, он не зря является флагманом вагоностроения. Это крупнейшее предприятие города, области и вообще единственное предприятие в России по производству пассажирских вагонов. Я считаю, что у нас впереди большое будущее. Страна наша большая. Вагонный парк РЖД довольно-таки устарел и требуются каждый день новые вагоны и разного назначения. Успехи машиностроителя отметил председатель областного парламента Андрей Епишин. Он подчеркнул, что именно от производственников во многом зависят темпы промышленного роста региона, его инвестиционная привлекательность, выполнение важнейших социальных программ. Я сегодня хотел от имени депутата законодательного собрания вас поздравить, конечно, с праздником, заверить в том, что мы будем совместно с губернатором правительством всегда уделять особое внимание развитию отрасли, находить новые возможные формы поддержки в дополнение тем, которые сегодня реализуются. От 28 сентября на Тверском вагоностроительном заводе с 10 до 13 пройдет день открытых дверей. В программе праздника осмотр продукции ТВЗ, вагонов нового модельного ряда, различные выставки, всевозможные детские программы, спортивные мероприятия.